как. Вот я сейчас, вот смотрите, в такой банке вмещается примерно 1000 штук. А нет, не так. От 1000 до 1500, если крупные. Вот видите, написано «Королевский бай». Вот. Это у меня ассорти. Ну, то есть часть ассорти. Собирали сразу двух деревьев, потому что деревья растут 2 метра друг от друга, разделить невозможно. И получается следующее. Наступает май, они уже просыпаются, и уже вроде бы отправлять нельзя, разве что два вместо одного пакета два по цене одного. Я так делаю. И я жду какого чуда. Кто-то берет однажды и говорит, а у меня сухих, я в следующем году буду. Это очень важно. У меня еще и сада нет. А я только, до меня дошло, что я, оказывается, садоводом родился. И тогда сухие достаем. Вот, есть у нас такая, вот этот вот, здесь у меня целая полка, смотрите, фаина, видели? Вот это все остается на второй год, а вдруг, и кто-то, у меня было 2 случая, когда брали целую банку, а банка, еще раз, если мелкие, до 2000 вмещается, если крупная, 1000 до 1500. Вот этот момент, так, я хотел отметить, вот. И что еще? Ага, вот, видите, написано, сухие, и вон сухие. Это значит, что они остаются на второй год. Не теряет ни одного капли качества по схожести. Вот, и у меня феномен. Несколько человек, которым я высылал сухие, вдруг мне заявили, еще хотим. Но только прошлогодние, а я говорю, а в прошлом году у меня не было такого огромного урожая. Я распродал все полностью. Я говорю, а где же я возьму прошлогодние? А вы знаете, мы в прошлом году по запросам продали прошлогодние. Ну, то есть цикличность плодоношения имеет место быть. Вот. Так они уже все лучше свежих. Вот. И такие случаи были, когда был жив Юрий Васильевич Бродский. Я с ним поделился, он тоже продавал прошлогоднее, потому что это, уже здоровья не было ехать в тайгу. И он говорит, Константинович, а ты что, не знал, что это, залежало и сходят лучше свежих? Я говорю, ну, знать не знал, но теперь-то знаю. Люди довольны. Вот этот момент отмечаю. И, наконец, еще что, я до конца мая жду, часть из них, да, просыпается. Даже видно, корешки белые хорошо видны через эту. Вот. Обычно просыпаются не все. Им получается все 10 в такой упаковке зайти не могут. Почему? Потому что им не хватает там влаги. Это только для пересылку. Несколько дней тут полежат. И немного, вот 30 штук, все. Распродадим, готовим следующую партию из. Ну, я показывал это мокрое вот в этом холодильнике. Не мокрое, а сырое. Вот. И. В результате получается так, что все не могут зайти, им влаги не хватает. 2-3 сходят, высасывают всю влагу, у кого первые корни, и все, остальные вынуждены ждать своего часа. И в результате жду весь май, и, к сожалению, высылать будет, не дождавшись крупного заказа, типа беру 100 штук, беру 1000 штук, беру 5000 штук, это вообще за гранью фантастики. Вот. И тогда они уже практически все переросшие, хвосты, то есть корешки 2-3, длиной 1-2 спичечные коробка длиною, или спички, допустим, вот. И я их выбрасываю, и выбрасываю очень много. Вот. До победы жду чуда, когда у меня купят крупную партию. Ну, естественно, со скидками и так далее. Так, впереди 23 февраля. Значит, мы проводим первую акцию. Вторая будет 8 марта. Сегодня, еще раз я забыл, 15. Итак, с 15 февраля, я надеюсь, что фильм этот выйдет сегодня. Брат мой его как бы облагородит. Музыка, титры. Вот, и получится фильм с 15 по 23 февраля, делаю, как принято в торговле, я же кто, торгаш или кто, вот, значит, я делаю такую акцию,
вот приходит ко мне заказ, и там будет волшебное слово. Вот. Ну, то есть мой подарок — это как бы скидка. То есть всем мужчинам приходит, и там будет волшебное слово. Подарок мужчинам. Или подарок мужчине. Вот именно, это как бы кодовое слово. Вот. Подарок мужчине. Вот. И для меня, крупными буквами желательно, в кавычках, для меня это будет означать, что я обещал 20% скидку. Напомню, прежние скидки, они остаются в силе. То есть, чек впервые, гони монету, 25 рублей за косточку. Так, высокая схожесть, знаете. Вон в Новосибирске ломают уже и подставки. Ой, в Новосибирске, в Нижнем Новгороде, я только сейчас расхвастался. Вот. Значит, получается 25, это если новичок. Если это человек, который уже заказывал, вот, уже не 25, а 20. Это обычная скидка. Значит, пенсионерам 20. Вот. Знаю наших, я сам пенсионер. Вот. И тогда крупнейшие скидки, это кто заказывает 500 штук, 10%, в этом году таких было всего не больше двух человек, 500 или 1000. И 20%, если это 1000 косточек, если 500 косточек, 10%, это все есть в каталоге. Ну что, друзья, значит, рекламная пауза заканчивается, подарки в студию, это, значит, повторяю, нужны кодовые слова. Вот. Подарок 23 февраля. И вы получите 20% скидку при подсчете. Все, заканчивать надо. Вы познакомились с нашей кухней. Вот. И на этом все. Благодарю за внимание.